Всем привет! Меня зовут Миша. Мой канал Михаил Попов. Короче, прошу прощения, не работает веб-камера. Почему ошибка? Посмотри, короче, смотри. Сначала потом и компьютер, и тоже телефон, и второй раз. А потом подкусит веб-камера. Почему? Как ошибка? Почему не работает? Еще раз потом компьютер перезагрузка. А потом жду. А потом веб-камера нажимаю, потом. А потом телефон нажимаю, веб-камера чтобы подключить приложение. А потом не работает. Почему ошибка не получается? А потом, и что дальше? А потом телефон, перезагрузка тоже не работает, не хочет, не подключить, не просит приложение. Так, я же прав, а почему не так? Что за хрень, я не знаю. Ну, я сказал, я же прав, а почему не работает? Вообще просто, ну, так, я не знаю, что за мне делать? Ну, когда потом, мы сейчас посмотрим, сколько стоит, сколько стоит новый веб-камера, новый, скоро будем, я не знаю, сейчас посмотрим, уже сколько стоит цена, купите, вот и сказать, я же правду, когда потом, каждый день, посмотрим, что там мне кажется. Хорошо. Ребята, прошу прощения, пожалуйста, скоро будем, когда можно, пожалуйста, можно подождать, когда посмотрю, я пойду, посмотрим, сколько стоит, а потом новый, это веб-камера новый, это правда, я же правда, можно, пожалуйста, подождать, хорошо? Ладно, прошу прощения, так. Скоро будем аниме реакция. Ладно. Спасибо за внимание. Посмотрим. Всем лайки, подписка. Всем пока.